Ну что ж, привет, друзья. Как вы и просили, во-первых, начну сразу с этого. Поставил штатив. Снимаю все со штатива. Так что теперь будет качество более хорошим хотя бы в этом видео. И почему я записал сегодня это видео? Записал я его для того, чтобы поздравить всех вас с 10 тысячами подписчиков на моем канале. Это огромная цифра, которая... Ну, даже если просто представить, вот шеренгу выстроить из людей, 10 тысяч человек, это, блин, шеренга, наверное, на несколько километров будет. И, ну, без вас ничего бы не было, понимаете? Я начал заниматься вот каналом просто потому, что наткнулся, знаете, в начале еще своей деятельности на канале, наткнулся на то, что в русском ютубе вообще нет никакой информации по бонсай. Либо же она какая-то платная, стрёмная, непонятная. И, в общем, подумал я, что нужно сделать канал и начать делиться каким-то опытом с вами. И, в конце концов, создал я этот канал, начал заливать ролики, и вы стали подписываться. Я очень рад, что вас уже такое количество, потому что это меня мотивирует развиваться, продолжать записывать новые видео, радовать вас как-то новыми видео. И, конечно же, у меня еще огромное количество разных планов на будущее, посвященных бонсай. Во-первых, я сейчас, как вы знаете, уже... начал производство маленьких бонсай, да, это, скорее всего, будет размер шохин, вот, и я планирую уже через 5 лет примерно, ну, заполонить русский рынок шохинами, да, хорошего качества, если это вообще, в принципе, будет возможно, если я решу проблемы с поставкой и так далее. Это будет здорово, потому что каждый человек сможет приобрести хорошее, сформированное мной деревце, которое вы сможете посмотреть все работы, которые я проделываю с ним на видео, точнее, там, все пересадки, подрезки, формирование, там, удобрения и так далее. Абсолютно все действия с растениями вы сможете посмотреть. И, ну, моя мечта, это, конечно же, да, улучшить состояние бонсай в России, потому что сейчас, во-первых, очень мало народу, которому нравится вот заниматься бонсай, очень мало людей, которые знают и хотят делиться знаниями, очень много людей, которые что-то знают, но, ну, как бы не то, что нужно. И в результате получается, что бонсай-сообщество развивается, но не так, как мне бы хотелось бы, потому что это все-таки отличное, крутейшее занятие, которое, во-первых, от вас, ну, не требует много времени, очень много всего дает вам. Вы учитесь постоянно чему-то, каких-то новых людей постоянно узнаете. И это очень здорово, потому что общение как бы на какую-то тему, это всегда очень круто и интересно. И вот как раз таки я стараюсь, чтобы, во-первых, у вас меньше растений умирало, потому что мне кажется, вот за всю мою деятельность я достиг больших успехов в том, что я сократил именно смертность бонсай и количество бонсаистов, которые разочаровываются в бонсай, потому что говорят: ай, блин, у меня умер бонсай, все, значит, это сложно, ну его нахрен, в пень. Такое вот число, мне кажется, сократилось. Стало гораздо больше людей, понимающих основы бонсай, да, там, как правильно поливать, как правильно пересаживать, когда пересаживать. И мне это, конечно же, очень приятно, потому что, ну, знание – это всегда очень здорово. И если, как бы, много знающих людей будет общаться, то они будут еще лучше прогрессировать и лучше как-то между собой контактировать и, не знаю, как это сказать. Короче говоря, будет все улучшаться. Вот, я сейчас очень стараюсь, чтобы все это дело, конечно, было как можно скорее, как можно быстрее. Блин, котейка, не трогай мой штатив. Пошел он отсюда. У меня маленький котейка, я просто его взял с улицы.
И из-за этого он сейчас, ну, совсем маленький, играет с моим большим, и из-за этого все хочет потрогать, и штатив там. Такая есть штучка, которая, может, сейчас понравилась, чуть он не свалил штатив. Но я опять сдвинулся с темы. Так вот, мне все-таки очень хочется, чтобы бонсай стал доступнее. Я сейчас, как вы уже знаете, стал делать небольшие поставки удобрений в Россию для своих подписчиков. Ну и вообще, в принципе, для всех, кто хочет их купить. Также сейчас я разговариваю с одним человеком по поводу ввоза акадамы в Россию по очень-очень вкусным ценам. Поэтому, как бы, ну, если вы хотите, чтобы акадама стала более, как это, популярной, более доступной, более дешевой и более качественной, потому что некоторая акадама приходит вон с корнями, я это знаю, а это не очень здорово. Вот, то ставьте лайк, пишите комментарии об этом, то, что вы думаете, да, на этот счет. И, конечно же, чем больше, понимаете, активности на канале, тем больше у меня мотивации, тем больше я уделяю этому времени, тем больше у меня желания и возможностей. Я как бы выделяю возможности на вот эти вот дела, понимаете? Также я как-то стараюсь что-то новое все время придумать для вас, чтобы вот это вот как раз-таки дело развивалось и вам, ну, как бы становилось все интереснее и интереснее, потому что бонсай — это огромная, необъятная тема, которая очень интересна. Чем больше вы знаете, тем больше вы понимаете, что не знаете, и тем более вам интереснее становится. Блин, укололся кактусом, теперь то ли гноится палец, то ли что, блин, больно, ужас. Так вот, эта тема очень интересная. Я сейчас стараюсь заинтересовать также новых людей. Возможно, если у вас есть какой-то друг, который ничего не знает о бонсай, вы могли бы показать ему мой канал, он бы посмотрел какие-то интересные видео. Например, кстати, вот я по статистике понял, что вот мой плейлист с фикусом Буддой, да, вот который трансформация его идет уже практически 2 года, он очень много привлекает новых людей просто из-за того, что там уже есть, ну, видна трансформация, да, вот был такой фикус и превратился вот в такое на протяжении такого вот времени. И там интересно, как сериал уже его можно смотреть, это очень здорово, круто. Мне это нравится, и, конечно же, я буду продолжать все это делать. Скоро совсем выйдут видео о шелковице обновления, о вязи подписчиков, об азалии, об, что там еще, производстве, о 2 фикусах, которые один расширяется небарию, другой в дуршлаке растет, о вязи моей девушки. Короче говоря, огромное количество. Уже отводка, которую мы делали на вязи жиробасе, уже так же она готова. Я жду только весны, чтобы ее обрезать. Видите, очень много всяких интересных, блин, моментов, которые я прямо могу рассказывать совершенно, не знаю, бесконечное время. Потому что, когда бонсай заинтересовываешься, то становится он уже как твоим стилем жизни, что ли, неотъемлемой частью. И, ну, у меня, к примеру, день начинается с того, что я поливаю свои бонсай, и как бы, ну, это уже довольно долго происходит, поэтому как такая вместо зарядки что-то. Вот. И, конечно же, все-таки повторюсь еще снова, что без вас ничего не было бы, потому что вы именно те, кто формирует мой канал, кто дает идеи для роликов, помимо меня, кто как-то предлагает что-то, кто поддерживает меня материально, кто какие-то постоянно в чатике темы интересные поднимает, потом которые я развиваю, и мне становится еще интереснее создавать для вас какой-то интересный контент, да, котейка? Вот котейки, не покладая рук, тут видео монтируют, понимаете? Они тут постоянно с видео тут какие-то... Кстати, за любой монтаж спасибо вот ему, потому что они монтируют мои ролики. И далее я тут еще даже, смотрите, вот 10 тысяч подписчиков. Я настолько запарился, иди сюда, блин, иди покажись, иди сюда,
Я настолько запарился, что мне пришлось нанять еще одного монтажера. Давай иди сюда, покажись, блин. Ладно, придет, потому что я не собираюсь еще заканчивать видео. Вот, в планах у меня огромное количество разных интересных вещей. Возможно, я также буду поставлять горшки очень хорошие, японские, качественные, по супер доступным ценам. Почему я все это делаю? Потому что я хочу, чтобы это было доступно. Я не хочу на этом зарабатывать деньги. Потому что если ты зарабатываешь деньги на бонсай, или стараешься заработать деньги на бонсай, то тебе в любом случае придется что-то, кого-то обмануть как-то. Потому что либо продать дороже, либо за информацию какие-то деньги взять, либо, я не знаю, там какие-то там формирования твоего растения и так далее. Но это все равно все как-то не очень круто. К примеру, я бы мог вам сказать: блин, чуваки, все, я вам больше в чате не помогаю, все я делаю за деньги, там типа 50 евро давайте скидывайте, я помогу вам ваш бонсай сформировать, там нарисую, как что-то делать. Но мне это не интересно, как бы я и так работаю, я зарабатываю деньги, мне этого хватает. Вот, бонсай — это как мое хобби, как то, что я хочу развивать, понимаете? Я не хочу зарабатывать на этом деньги. Поэтому у меня всегда будут цены гораздо ниже, чем у любого другого человека, который пытается заниматься продажей там, или каким-то бизнесом с помощью бонсай, потому что я не хочу зарабатывать деньги. Я хочу как бы либо в ноль, либо даже вот сейчас, как идет с удобрениями, я в минус просто это все делаю. Просто у меня вот какая-то... какая-то минимальная прибыль идет с Ютуба, с просмотров. Так что, если ты хочешь помочь мне, то распространяй мои видео, чтобы у меня было больше просмотров и больше денег. Вот. И вот эту вот прибыль с просмотров я конвертирую ее в удобрение и в отправку этих удобрений человеку удобрения. А он уже как бы, ну, отправляет их вам по супер крутым ценам. Если вот тебе удобрение дошло уже, ты его получил, то напиши комментарий просто, чтобы любые другие люди видели, что все как бы по-честному, все по чесноку, так скажем, все доходит, все быстро, все качественно, все хорошо. Потому что это то, что я стараюсь делать. Я стараюсь максимально качественно, максимально... Смотрите, сколько листьев. Максимально хороший сервис организовать, понимаете? Хочу создать, так скажем, конкуренцию. Но конкуренцию здоровую, чтобы как бы в результате вы получали лучшее качество. Во-первых, вы получали информацию с моего канала совершенно бесплатно, потому что вы вот сейчас смотрите этот ролик, и вы абсолютно ничего не платите за него. Это уже здорово. Вы получите какие-то гайды, которые, ну, инструкции, да, которые я также заливаю на этот канал. И потом вы получите не сейчас, но со временем акадаму, удобрения, горшки и все остальное как бы для вас, опять же, чтобы вы лучше могли этим делом заниматься. Вот. Ну и что ж, я думаю, что, блин, все-таки я хочу вам показать котейку. Один котейка приходит, а вот другой, ну, никак не хочет. Мелкий еще. В голове пусто. Хочу я очень много всего сделать еще. Очень много нового сделать. Но, как бы, дело в том, что нужно для всего время. И нужно для всего аудитория. Чем вас будет больше, тем все будет быстрее. Потому что, опять же говорю... Во-первых, желание, во-вторых, как бы, ну, мотивация, это все очень важно, потому что у меня иногда бывают дни, когда я прихожу с работы, я супер уставший, и сажусь, думаю, все, ничего делать не буду. Захожу в приложение Ютуба, да, смотрю, там 30 комментариев новых, там 20 человек подписалось, и у меня мотивация, я сразу же беру, там что-то делаю для вас, чтобы снимаю, это очень круто, мне кажется, и... Ну, если у вас есть возможность делиться каналом, чтобы он продолжал расти, то делайте это обязательно, потому что все-таки
Только от вас зависит, насколько интересен будет контент на моем канале. Что ж, ну я думаю, надо уже закругляться, потому что все я, наверное, сказал. Видео такое немножко сумбурное. Я, как всегда, слоупок. 10 тысяч подписчиков записываю, когда их там уже 10 100 практически, или 10 150, не знаю, около того. Но что поделать, это как бы жизнь такая. Я такой, и хорошо, что записал. Вот. Поэтому, друзья, кому понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно, потому что это очень помогает развитию канала. И, конечно же, до новых встреч. Всем пока. С вами был Дима из Испании. Удачи.